Первый раз в первый класс. Это хрестоматийное выражение в стенах Брестского областного училища Олимпийского резерва, где обучаются почти 200 молодых атлетов, приобретает новое звучание. Новичками и главными героями в День знаний стали 22 молодых спортсмена. Они начнут обучение с 8 класса. Эти дети были отобраны через... Они прошли через очень серьезное сито. 2 человека на место практически было. Вот мы взяли самых лучших. Олимпийские надежды здесь растят успешно и целенаправленно, ежегодно выпуская не один десяток мастеров спорта, чемпионов и призеров юношеских чемпионатов Европы и мира. Своих детей сюда отдают учиться именитые атлеты. Мы с мужем сами закончили только Республиканское училище Олимпийского резерва. Я считаю, что если ребенок хочет добиться чего-то в спорте и плюс еще учиться, это самые лучшие условия и самые лучшие возможности, которые можно себе представить. В областном училище Олимпийского резерва представлены 16 видов спорта. И каждый из молодых атлетов приходит сюда с четкой целью. Тем, кто еще не добился высоких результатов, есть на кого равняться. Я занимаюсь 4-й год, занимаюсь плаванием. Ну, мне нравится тут учиться, тут учителя хорошие. Ну, я получаю больше знаний, я думаю, чем в обычной школе. Тренер пригласил, я решила попробовать, что это такое. Мне было очень интересно этот вид спорта, я не знала, что это такое. Ну, как бы вот пошла, понравилось. Очень. Дальше пойду по спорту, наверное. Как бы спорт. Дальше это только спорт. 1 сентября – особый день и для студентов. В этом году в Брестский государственный университет имени Пушкина на первый курс было зачислено более 1200 юношей и девушек. География поступающих в этом году довольно обширная. В Брест приехали учиться молодые люди со всего региона, а также из Минской, Гродненской, Гомельской областей. Первокурсники только начинают постигать азы студенческой жизни. Процесс этот приятный, но все же немного волнительный. Не верится. Может, даже первый день, может, хочется даже обратно в школу, потому что это страшно, это ответственность все-таки. Взрослая жизнь начинается. Большую программу подготовили для первокурсников в ВУЗе. Яркие вокальные и танцевальные номера, флешмоб. Заглянул на праздник даже сам первопечатник Скорина. Много в этот день было сказано приятных и теплых слов. Однако самые главные, конечно же, звучат от ректора университета. Хочу пожелать всем успехов. Это и преподавателям, педагогам Брестской области, потому что это наш праздник. И, конечно же, пожелать и учащимся школ, и студентам университета успехов в образовательной деятельности. Всего ему самого доброго. Ирина Альшова, Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Григорий Пекарский, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Телекомпания БукТВ.